Вот еще один из водопадов, который с аргентинской стороны не видно. Поэтому мы вот и как бы и на бразильскую поехали. А вот мы видим аргентинскую сторону, где мы вчера были. Этот водопад дьявола, кажется. Жарко очень, за 30 сейчас. А вот там вдали люди, дорожка. Не знаю, видно или нет, видно. Идут. Это вот мы вчера туда шли. И видели вот эту сторону, бразильскую. Ближе к водопаду дьявол с бразильской стороны. Gracias.